Добрый день, шановные! Вы у эфира. Мы сегодня размовляем на тему «Свобода перемещения и коронавирус. Беларусь, Литва, Польша. Працовная и политическая миграция». Это пятый ток с циклу «Коронавирус и правы человека в Беларуси», инициированный правооборонной организацией «Human Constant». Эта трансляция ведется на социальных сетках Human Constant. Это как минимум, тому вы можете огучить свои питания там и нам передадут их сюда. Самое интересное, так само мы звернем до наших гостей сегодняшних. До речи, представлю наших гостей. Это Олесь Лапко, представник Центра белорусской солидарности с Польшей. Витаем, Олесь. Добрый день. И это Андрей Руданов, юрист из Литвы, который погодился так само с нами сегодня поразмовлять, за что ему великий дякую. Витаю, Андрей. Добрый вечер. Меня зовут Валярина Кустова, я необыяковый поэт и модератор этого току, сегодняшней нашей размовы. Наша размова будет сегодня двухмовная. Я буду до Олеся звертаться по-белоруску, бо Олесь белорус, а до Андрея, он громадянин Литвы, я буду звертаться по-русски, и он, отповедно, будет отказывать. Спадзяюся, наша сённяшняя размова будзе плённай, і мы ўрэшце зразумеем, што адбываецца з Беларусю, з беларусамі ў плане міграцыі, куды яны мігруюць, чаму, якой дапамогі там чакаць альбо не чакаць, якія ўмовы іх там чакаюць, чаму гэта ўвогуле адбываецца, і як гэта звязана з каранавірусам, які эпідэмія якога цяпер адбываецца і па ўсім свеце, і ў Беларусі ў тым ліку. Думаю, што нам нават атрымаецца развянчаць пэўныя міфы, якія існуюць на гэты конт. Пачну з пытання такога да Алеся звернутага. Ці паўплывала пандэмія ў Беларусі на колькасць тых, хто вырашыў міграваць? Як на вашае меркаванне? І якія наступствы ад яе чакаць? Ці паўплывае ў перспектыве? З аднаго боку, я лічу, што, канешне, тое, што адбывалася і адбываецца ў Беларусі у дачыненні да сітуацыі з каранавірусам, калі спачатку наогул ігнараваўся каранавірус як некая праблема і ствараліся такія ўмовы, калі дактары папросту не маглі выконваць свае абавязкі у тым закрэсе, якім павінны, яны не былі абароненыя, не маглі ніяк самі сябе забяспечыць ахоўнымі сродкамі, рэспіратарамі, масачкамі. Людзі пачалі заўважаць, што, канешне, такі стан медыцыны і адносінаў і да медыкаў, і медыкаў да людзей пагаршаецца, таму шмат хто пачаў шукаць нейкіх выхадаў, напрыклад, тая ж міграцыя. Але што да цяперашняй сітуацыі з пандэміяй, усё не так проста стала, таму што шматлікія краіны і Еўразвяз таксама зачынілі проста знешнія межы, абмежавалі доступ да краін, нельга было проста так грамадзяніну Беларусі ўехаць у Еўразвяз. У Польшу, напрыклад, можна было толькі ў выключных выпадках, напрыклад, калі людзі мелі дазвол на працу і запрашэнне на працу, напрыклад, калі ў іх была карта паляка, ці, напрыклад, дазвол на транзит, калі яны ехалі ў краіну, іншую краіну Еўразвязу, дзе яны настала пражывалі. Таму, канешне, я думаю, што ў настроях беларусаў з'явілася шмат жадання, можа, палепшыць сітуацыю, што тычыцца медыцынскага абслугоўвання падчас пандэміі, але тое, што сталася з межамі, закрыццё межаў Еўразвязу, ім перашкодзіла, таму можна сказаць, што жаданне і рэчаіснасць тут не зыходзіцца і не адлюстроўваюцца адзін аднаго. Яшчэ ўдакладню, Алесь, а як наконт навучання? У Польшы, здаецца, гэта таксама тая плыня людзей, якую прапускалі? Так, таксама навучання, але, напрыклад, шмат прыкладаў ёсць, калі
студенты едуць са сваім студэнцкім білетам, іх таксама на мяжы могуць спыняць, таму што кажуць, што, напрыклад, гэты ўніверсітэт, канкрэтна гэты ўніверсітэт, зараз перайшоў на онлайн адукацыю і просто так абмяжоўваюць некія магчымасці ўезду ў краіну. Дякую. Андрей, карантин после пересечения границы с Литвой. Какие условия? Что ждет белорусов? 2 недели самоизоляции. Угу. Есть ли какие-то исключения? Ясно, процесс касательно любого, неважно, это в данном случае у нас гражданин Белоруссии, или это гражданин какой-либо другой страны, которая внесена в список стран, по приезду из которой полагается самоизоляция, это не касается конкретно граждан стран. Это касается страны, откуда ты приехал. То есть, допустим, гражданин Литвы может также, допустим, приехать из Беларуси, и он точно так же попадет под требования 2 недель самоизоляции. Конечно, в этом порядке есть свои исключения. А в эти исключения, то есть, дан конкретный список, пишется в порядке исключения специальное прошение на Национальный гигиенический центр заявления, сдается предварительно тест, делаются соответствующие проверки, и тогда можно получить разрешение досрочно выйти из самоизоляции. Однако здесь важно понимать, что тесты, которые сейчас, допустим, производятся, если они ведутся в медицинских целях, они компенсируются из государственного бюджета Литвы, то есть медицинского страхования. Все тесты, которые бы производились в порядке, то есть исключения, это в данном случае является частной инициативой, то есть, соответственно, это тогда человек платит за это сам. Цена такого теста порядка 70 евро. Спасибо. Олесь, что такое этот так званый гуманитарный коридор и кто может потрапить праз яго? И у какие краины, вот у Польши непосредственно ці магчыма? Непосредственно у Польши нема такого термина, как гуманитарный коридор, это вот больше питание до Литвы. Литва там подписала, здається, указ про створение гуманитарного коридора для Беларуси. Але Польша, например, унесла громадян Беларуси у той список людей, кому дозволено на сегодняшний день дозволен уезд в Украину с разными видами виз. То бок, ось то, что я попередньо казав, раней, як толькі пачалося, можна было уехаць у Польшу толькі калі быў нейкі дазволы спецыяльна. Зараз грамадзяне Беларусі ідуць асобным пунктам, і таму зараз усе грамадзяне Беларусі могуць заехаць у Польшу, калі маюць візы. Але, канешне ж, не ўсе маюць візы, але ёсць патрэба зараз з'ехаць з Беларусі па палітычных ці нейкіх іншых прычынах. Тому наупрост на мяжы можна попросить выдаць гуманітарную візу. Гэту ж візу можна атрымоўваць і ў адным з кансулятаў Польшы у Беларусі, але, як мы ведаем, не так даўно большая частка дыпламатаў з кансулятаў у Мінску, Берасці і Горадні з польскіх кансулятаў была выслана з Беларусі. Вось, і таму гэта трохі абмежавала колькасць выдаваемых віз у Беларусі, але калі ёсць такая патрэба, можна наўпрост на мяжы прасіць паставіць гуманітарную візу па тых жа гуманітарных прычынах, з якіх людзі з'язджаюць з Беларусі ў пошуках абароны ў Польшчы. Дякую, это такой аналог гуманитарного коридора. А тогда, Андрей, расскажите нам непосредственно про гуманитарный коридор в Литву и про типы виз, которые выдаются, чтобы пересекать границу именно по этому коридору. Здесь все очень предельно просто. Видите ли, термин гуманитарный коридор, он больше вышел в политическом контексте. То есть, как вы знаете, есть два типа виз. Виза тип С и виза тип Д. Так вот, так называемый гуманитарный коридор, он оформляется при помощи выдачи визы Д, которая выдается на положение конкретного указа, гласящего прочие основания. То есть, конкретного нормативной такой лексики, при которой был написан гуманитарный коридор, нет на сегодняшний момент. То есть это выдача визы на прочих основаниях. А, соответственно, тогда получается, что это граждане Беларуси, которые получили визу D,
она позволяет, дает им право въехать на территории Литвы, как именно литовского государства, но не дает им права передвигаться за пределами географической территории страны. Потому что это национальная виза, это виза D, это не виза C, которая выдается как шенгенская. И, соответственно, тогда эта виза выдается на конкретный срок, а когда эта виза движется, то есть вот как бы к своему уже окончанию, можно до года продлевать ее на том же основании, подавая соответствующие прошения. То есть на сегодняшний момент в Литве идут очень многие активные дебаты по поводу возможности менять либо не менять основания, потому что на самом деле очень многие получили визу Д именно под контекст гуманитарного коридора с идеей начинать бизнес, трудоустраиваться и все остальное. Однако эта виза такой возможности не предоставляет. А як быть тогда, например, коли ось по тех же политических, например, мотивах, причинах, а как быть с этим, если по тех же политических мотивах или причинах люди уезжают, и они, за что им находиться в Литве, да, когда они вынуждены туда приехать, не имея возможности работать? Этот как-то пункт, он рассматривался, имеете вы ответ на него? Парадоксально, но я понял вас, ваш вопрос и на белорусском тоже. А видите ли, здесь момент заключается следующий. В тот момент, когда произошла сама ситуация, мы прекрасно знаем, о чем мы говорим, и реакция именно с точки стороны политиков Литвы, она была именно достаточно оперативной. Однако в данный момент, это, по крайней мере, то, что мы уже видим как специалисты на своем уровне, произошла нестыковка между тремя министерствами. То есть у нас этот вопрос высказало и выразило братскую поддержку именно Министерство экономики и инноваций, обсудив этот вопрос с МИДом, который действительно выдает визы. Но никто не обсудил вопрос с Министерством внутренних дел, с МВД и с ими подвластной миграции, которая выдает соответствующие виды на жительство, а которая заведует вопросами, то есть право трудоустройства и так далее и тому подобное. То есть, скажем так, дана возможность въехать именно по сложившейся политической ситуации, политическим мотивам. А на сегодняшний момент я знаю, что многие граждане Беларуси, которые уже въехали, а их уже больше даже нескольких сотен, они находятся сейчас на территории Литвы, они связываются и сотрудничают с иностранными фондами, которые выдают именно грантовскую поддержку для того, чтобы человек мог застраховаться на базовые, то есть, так, медицинские услуги, который получает какие-то финансовые на базовое проживание, ему могут снять квартиру, либо еще как-то. То есть в данном случае это именно идет донорская поддержка. На сегодняшний момент, так как законодательная норма гласит, что человек должен иметь легальные средства к существованию, это одна из форм легальных средств, поэтому вопрос не возникает. То, что я точно могу сказать, дискуссии о том, чтобы шла дальнейшая возможность трудоустраиваться, иными словами, менять основу визы, да, действительно, такая дискуссия ведется. И мне бы очень хотелось, чтобы эти решения приняты были как можно быстрее. К тому же надо не забывать другой момент. Факт визы D, как и национальные визы, которые дало право въехать по так называемому гуманитарному коридору, не отнимают право ни от одного гражданина Беларуси или другой страны, который въехал на таком основании в Литву, открывать свой бизнес. Потому что наше законодательство в этом плане достаточно гибко. То есть никто не поднимает вопросов о том, что есть ограничения к акционерам, нет ограничения к тому, какой гражданин какой страны должен быть директор компании и так далее и тому подобное. Да, есть свои специфические требования уже к дальнейшему трудоустройству специалистов и экспертов, но если, допустим, мы говорим про IT-специалистов, например, которые являются высококвалифицированными специалистами, в Литве на сегодняшний момент именно такая профессия внесена в список специалистов, которые востребованы. И, соответственно, есть тогда определенные исключения, процедуры, как это все происходит. То есть, на сегодняшний момент... IT-специалистов мы еще поговорим отдельно. Хорошо. Просто как бы это один из примеров, который потенциально возможен. То есть, иными словами, нынешние визы, которые выдаются именно в контексте гуманитарного коридора, дают право въехать, прибывать. А вот уже вопросы трудоустройства либо бизнеса по ходу решаются исключительно индивидуально в каждой ситуации.
Спасибо, Андрей. Олесь, як по ваших відчуваннях впливає ввогулі міграція, та яка ось зараз така активна почалася з Білорусі, ці активні ми ще поговоримо, на кількість захворілих ввогулі, ці впливає? Я лічу, що не вельми впливає, тому що прикладна ситуація, що у Польщі, що у Білорусі, не вельми відрознювалася, як і під час перших хвилі, так і зараз. Ось, я вам скажу, что, например, если сравнивать Заходнюю Европу и Польшу, Беларусь, то в Заходней Европе еще у весну, на початку лета, зрозумели и неяк так реагировали на вирус по одному. До Польши эта хваля не вельми дошла, и тут люди трохи не вельми серьезно ставились до проблемы коронавируса, и зараз мы бачим, что день идут новые рекорды по колькости захворывания. Тому я вам скажу, что худшие некие внутренние такие миграции больше вплывают, чем внешние, потому что все ж таки, так как межа до недавнего часу на угол для белорусов вот таким широким понятием была зачиненная, а коли она стала доступная, коли вось белорусов унесли у спис тих, кого можна упускати, скоротилася кількість дипломатів і кількість видуваємих візів. Тому гэта неяк, ну, такої хвалі міграції не відбулося. Яна ось, як була обмежована, так і засталася. Але гэта не значить, що нема потреби такої у білорусів зараз виїжджати у Польщу. Ось. Ну і, звісно, ще проблема транспортна існує, тому що тягніки не ходять, самолеты не так давно только начали летать, и обмежованная колькость автобусов так само. Вот, там шмат не проедет. Коли, например, ранее на помежных пунктах у Берости и Гродни можно было одним техником переехать большему колькости людей, то зараз в автобус не больше за 40 влазит. Тому можно сказать, что такой хвали миграции не маешь его си по такому звычайному транспортным причинам. А реально притримливается Польша вось рассадки и у самолетах, и у техниках, и в автобусах? Это саправды так, бо там Турция какая-нибудь, она не притримливается. Широ кажучи, тут не вельми так само притримливаются, тут просто нема таких ось на сегодня заборону. Тут еще залежить от той так называемой стрефы зоны вирусности у тым ці іншым воеводстве, потому что, например, Варшава зараз у червоной зоне и обмежевания там больш жорсткие, то бок, например, не больше за 25% у людей может быть там у неким у громадском транспорте, автобусе, тягнику. Коли іншое воеводство у жоўтай зоне, то значит там не 25, а 50%, там яшчэ менш. Это все амаль што тыдзень, бывае, што дзень нешта мяняецца, вось таму трэба абавязкова перад тым, як ехаць, ці просто карыстацца тым ці іншым транспартам, спраўдзіць, якія патрабаванні на сённяшні дзень. А я перепрошаю, просто не пускают больше людей, они их так это контролируют, так? Те люди сами контролируют. Не продают больше билетов просто. Okay. Например, когда у Польши у так называемый мирный час можно продавать квитков кольки за угодно, не обовязково, как каждому хапало место сесть, можно там и стоять вось, у техниках, то зараз, например, не продают больше за полову квитков, то, бог знает, полову места и так фактично будет пустою. Дякую. Андрей, а есть опасения у литовских властей, что в связи с большим количеством прибывших белорусов усилится ситуация вот с эпидемией коронавируса? Давайте сначала определимся, что такое термин «большое количество». Из того, что я знаю, на сегодняшний момент прибыло где-то свыше 200 человек. То есть количество 300 человек это не достигло. То есть если мы с вами сравним просто, то есть это, по крайней мере, те данные, которые у меня были вот на момент прошлой недели, может быть, что-то за эти дни поменялось, но если мы вот так вот с вами просто посчитаем, это капля в море, в принципе. То есть это, что такое 300 человек? Это маленькая сельская начальная школа, ну, в принципе-то.
То есть, как бы, конечно, от этого тоже может пойти цепная реакция, но надо не забывать, что все прибывшие находятся 14 дней в самоизоляции, что означает, что ты проходишь протуберантный период потенциального, то есть зоны риска, и потом ты уже дальше спокойно передвигаешься. Далее, у нас определенно введены, то есть, меры безопасности с точки зрения ношения масок во всех общественных местах. То есть это значит, что ты просто уже обязан ее носить. То есть повышенное внимание к дезинфекции рук, то есть к чистоте и так далее и тому подобное, проветривание помещений. То есть все эти нормативы, они выполняются, и здесь как бы практика, которую мы, допустим, видим, например, во время первой волны коронавируса Литва очень оперативно и достаточно жестко ввела многие меры, из-за чего, в принципе, скачки были крайне несущественны. Конечно, там была другая проблема, потому что, как и весь мир, мы, как и наши соседи, не были готовы вообще к этому заболеванию, как и вся планета. Никто не знал, ни с чем это есть, ни как к нему подступаться. И поэтому многие вещи, как говорится, то есть, к этому, проходили разведку боем. На сегодняшний момент четко понимается, как работает алгоритм, и, допустим, на сегодняшний момент в Литве, в стране, скажем так, экстренная ситуация пока не отменена. Но карантин снят, однако карантин вводится локально. То есть рассматривается конкретное вот, скажем так, самоуправление, то есть конкретные географические, то есть единицы, муниципалитеты, в которых уже действительно растет количество заболевших, и именно вводится ограничение там. То есть, допустим, там на дистанционное обучение в школах. Там ограничиваются, то есть, какие-то мероприятия, то есть большинство работников переводится на дистанционную работу и тому подобное. Мы говорим с вами о том, что количество прибывших в пределах даже, если бы прибыло, допустим, там, не знаю, допустим, 5 тысяч человек, допустим, там 10 тысяч человек, которые бы свободно вышли бы на улицы прогуливаться и не придерживались бы режима самоизоляции, да, это бы, наверное, составляло потенциальную проблему либо угрозу. На сегодняшний момент из той статистики, которую мы знаем, здесь нет ничего специфического. Спасибо. Давайте еще немножко поговорим тогда про числа и про статистику. Вы сказали 300 человек. 300 человек — это за какой период и кого? Это политические эмиграции? Я говорю именно то, что я знаю о людях, которые прибывают по статусу гуманитарных коридоров. Угу. Гуманитарный коридор — это 300 человек за какой период? Это, если правильно понимаю, смотрите, старт гуманитарного коридора был, насколько я помню, в конце сентября. Ну, так значит, вот можем считать, что это за где-то вот эти 3 недели. В принципе, это небольшое количество, абсолютно. Если мы с вами вспомним, сколько граждан Белоруссии в пятницу либо в субботу утром пересекало границу Литвы в направлении крупных торговых центров, то есть когда на стоянке в 9 утра стояло 10-12 двухэтажных автобусов, ну так это, в принципе, ничего. А если не брать, извините, именно гуманитарный коридор, есть ли ощущение, что вообще рабочая миграция, она усилилась и ее числа увеличились, что белорусы, ну, любыми способами как бы едут, убегают в Литву в данной ситуации политической, экономической? Вы знаете, таких данных у меня нет, честно признаюсь, такой информации я не обладаю, потому что, опять же, момент пересечения границы, эта информация, она доступна, то есть в прямом доступе именно нашим миграционным службам и, скажем так, ведомством именно, соответственно, пограничного контроля, о том, чтобы у нас резко возросло количество безработных, допустим, белорусов на рынке, кто бы искал бы работу, я такого не вижу. Даже если смотреть, допустим, общедоступные сайты по трудоустройству, то есть там работа, объявления, которые, допустим, публикует наша биржа труда, там нет никаких атипичных скачков, которые можно было бы причислить к, именно вот к этой ситуации, говорить, что да, у нас прям таки наплыв трудовых мигрантов, которые просто заполонили страну, спасибо Боже. Спасибо. Олесь, як ситуація у Польщі? Як статистики, які лічби? Бо подається, що білорусів справді достатково шмат за останні місяці туди з'їхало. Так, ось, здається, ті сьогодні, ті учора
беларускі муз нават апублікаваў статыстыку, што ў Польшу з верасня выехала больш за 10 тысяч грамадзян Беларусі. То ў разы больш, канешне, чым у Літву. Гэта зноў такі дзякуючы таму, што было трохі спрошчана там паступова, канешне, магчымасць уезду ў Польшу. Вось, таму што шмат у каго былі ўжо дагэтуль дазволы на працу ці, напрыклад, віды на жыхарства, таму што таксама гэта лічыцца. І папрост, ну, і беларусы, якія маюць такія дакументы ў Польшы, больш. Вось. Ну і за апошні час таксама павялічылася колькасць людзей, якія атрымоўвалі гуманітарныя візы. І калі зараз польскія ўлады аб'явілі пра тое, што з гуманітарнай візай можна будзе хутка працаваць, гэта таксама паскорыла выезд беларусаў у Польшу. Ці няма адчування, што афіцыйная статыстыка можа нават заніжацца трошкі Літвой ці Польшай па мігрантах, каб не спыняць вось гэту танную працоўную сілу плыню. А з беларускага боку гэта статыстыка можа заніжацца для захавання іміджу нібыта лідэра, так, што не збягаюць людзі. Ці няма такога адчування? У мяне няма такого адчування пра танную працоўную сілу. Магу сказаць, што на пачатку і недзе там трохі пазней пасля такога лакдауну ў Польшы шмат хто з Беларусі, з Украіны, украінцаў вельмі шмат тут працуе, і яны якраз з'яўляюцца такой асновай, такой мігранцкай працоўнай сілы ў Польшы, выехала ў сваю краіну, ў Украіну і Беларусі. Можна сказаць, што на сённяшні дзень вакансій нават больш, чым жадаючых працаваць. Таму Польша зацікаўлена, каб прыязджалі і беларусы, і іншыя людзі, якія зараз хочуць працаваць, прычым гэта не абавязкова нейкія такія нізкакваліфікаваныя спецыяльнасці, гэта могуць быць нават высокакваліфікаваныя спецыяльнасці, таму што шмат хто нават з той ж заходняй Еўропы вырашыў з'ехаць дадому і там перабыць гэтую пандэмію з бацькамі ці недзе так у сваім асабістым доме, а не ў блоку у цэнтры вялікага горада, таму вельмі вельмі шмат вакансій з'явілася, таму можна сказаць, што працоўная сіла зараз патрэбна. Дзякую, Алесь. Вопрос к Андрею. Я вопрос понял. А у меня другой вопрос хотел. Ну, давайте на этот раз. Давайте. Если у вас есть ответ на этот вопрос, и вы поняли, давайте тогда продолжим. Есть ли у вас уточнение в отношении Литвы именно в этом плане? Здесь ситуация очень простая. Допустим, пример, если мы говорим литовский трудовой рынок, то есть ковид в корне поменял его структуру с точки зрения понятия, вообще нужен офис или нет. У нас очень быстро страна перестроилась в том случае, если мы говорим именно о услугах. Конечно, я не говорю там про врачей, парикмахеров, допустим, там за маникюр, педикюр и все остальное, но если мы говорим именно об интеллектуальных услугах, в многих ситуациях все перешло на удаленный доступ, абсолютно, полностью. И, допустим, из моего опыта, те, кто уже работал с коллегами из Белоруссии, которые были либо трудоустроены в литовских компаниях, либо у них были какие-то партнерские соглашения, либо договора по оказанию услуг. То есть только, наверное, контакт уменьшился прямой, но принято, то есть именно живой контакт, но так, чтобы, допустим, что-то очень существенно изменилось, такого абсолютно не было. И я в данном случае согласен с тем, что говорит Олесь, действительно, когда это специалист высококвалифицированный, на него спрос и потребность очень большая. Например, у нас на сегодняшний момент многие работодатели днем с огнем ищут высококвалифицированных специалистов. И, к сожалению, на сегодняшний момент предложение выше, чем спрос, что парадоксально. То есть, когда мы говорим именно о низкоквалифицированной рабочей силе, здесь обратная ситуация. То есть, как бы людей, желающих выполнять, так называемую, каждодневную чернорабочую работы, и их много. Однако здесь возникает другая проблема, что есть соответствующие также, то есть требования к этим людям, например, знанию языка, либо чего-то и прочего. И тогда приходится уже маневрировать, искать, где можно такого человека применить.
Дякую великий. Для наших глядачов онлайн я нагадаю, что вы находитесь на току, международном току «Свобода перемещения и коронавирус. Беларусь, Литва, Польша. Працовная и политическая миграция». И наши гости – это Олесь Лапко, представник Центра белорусской солидарности с Польши, и Андрей Руданов, юрист из Литвы. Мы размовляем про лёс беларусов, якія з'ехалі, якія хочуць з'ехаць, якія вымушаны з'ехаць, што іх чакае, і як гэта ўсё звязана з каранавірусам і з сітуацыяй у нашай краіне. Далучайцеся, дасылайце пытанні, калі ў вас узніклі, ці проста паслухайце наших сённяшніх файных гасцёў. Мой следующий вопрос также к Андрею. Многие IT-компании, бизнесы, многим IT-специалистам предлагают сейчас релокацию. Они уезжают из Беларуси, очень часто выбирая новым местонахождением и местом работы как раз-таки Литву. Что их там ждет? Почему это происходит? Почему именно в Литву? Ну, давайте, наверное, начнем. Так, есть несколько, скажем так, предпосылок для этого. Во-первых, здесь, наверное, мы можем побыть нескромными. Литва в Евросоюзе входит в... То есть она занимает главенствующее место, первое место по скорости интернета и также по скорости беспроводного интернета вообще во всей Европе. То есть сравнивая, допустим, с такими странами, как даже та же Германия, допустим, Испания, Франция, в Литве, наверное, на сегодняшний момент не осталось ни одного клочка территории, где не было бы мобильного интернета. То есть есть, конечно, моменты, где, может быть, он может пропадать, но ты можешь из любой небольшой деревеньки, где у тебя там есть родительский дом, либо дом бабушки с дедушкой, куда многие поуезжали во время ковида, ты можешь спокойно работать просто через мобильный интернет, и у тебя качество будет так же, как мы сейчас с вами беседуем вот в данный момент через эту платформу. Это первый эпизод. Второй эпизод. Литва очень много лет работает над тем, чтобы страна позиционировала себя именно как IT-хаб и life science hub, то есть именно это все, что связано именно с системой медицины, здравоохранения и всего прочего. Плюс на сегодняшний момент в Литве очень сильно работает один из акселераторов, который сотрудничает со стартапами, это Batix Inbox, это то есть команда, которая создана на базе именно, то есть учредители, они граждане Литвы и также граждане Белоруссии. Часть из них. Некоторые из них в команде входят именно сами белорусы, и это люди, которые профессионально завязаны с бизнес-решениями, с IT-решениями, поэтому на сегодняшний момент это одна из тех организаций, которая очень активно сотрудничает с белорусскими коллегами и предлагает им именно перенос на литовскую платформу. Далее, если мы сравниваем с вами налоговые базы, допустим, там, тех же скандинавских стран, тех же стран, скажем так, то есть старых стран Евросоюза и Литвы, база налогообложения достаточно, я бы сказал, благоприятна именно с точки зрения размера, то есть налогов как социальных, так и подоходных. Плюс эта база, она очень много лет является стабильной. То есть это даже в свое время отмечала Еврокомиссия в своих отчетах, что налоговая база меняется крайне редко. Плюс у нас очень развита именно система полностью электронной подачи сертификатов, материалов, данных, скажем так, вот, в саму налоговую и в службе социального обеспечения. То есть ты можешь прийти, допустим, в свой электронный портал, который функционирует на литовском, английском, русском языке, ты без лишних проблем можешь найти все необходимые формы, все необходимые комментарии, даже позвонить в ту же налоговую службу, либо службу социального страхования, тебя курирующий специалист объяснит, что, куда, как подать, конечно же. То есть необходим бухгалтер, но, допустим, для микрокомпаний, где работают 2 человека, 3 человека, многие обходятся подобными способами. Плюс у нас очень многие решения сама налоговая служба перенесла в онлайн-платформу, допустим, многим компаниям, даже мелким компаниям, сама налоговая предлагает вести их бухгалтерский учет на основе созданными ими прототипами. То есть, соответственно, то есть, есть очень много эпизодов, когда многие решения просто убыстряются, ускоряются, упрощаются. Это во-первых. Во-вторых, мы говорим с вами о том, что в целом политический контекст в стране
благодаря, наверное, менталитету людей, он предельно спокоен. Если вы вспомните в целом вот всю, наверное, историю независимости Литвы, наверное, вот в 90-е годы, в 91-м году вот было это волнение, когда произошло отделение от Советского Союза, и за последние годы, если мы с вами попытаемся вспомнить что-то более такое вот, я бы сказал бы, то есть такое вот очень активное и так далее и тому подобное, в принципе, такого нету. То есть таких вот движений там с транспарантами на улицах, они, ну, бывают митинги, бывают какие-то высказывания, но это все бывает в пределах такого очень здравого, сбалансированного, скажем так, такого... Это сейчас рекламная пауза, что у вас стабильнее, чем у нас. Вы забрали наш лозунг. Вы знаете, я не знаю, как говорится, кто кого чего забирал. Я только могу сказать, что на сегодняшний момент, если вот брать вообще страну как таковую, мне доводится вот как специалисту работать во многих странах Евросоюза, быть в больших городах. Чем дольше, чем вот до ковида, так как было очень много выездов по разным странам, я вам скажу откровенно, чем дальше больше я езжу по миру, тем я сильнее начинаю любить нашу уютную, небольшую, зеленую. Потому что действительно, ну согласитесь, все-таки 300 километров, то есть чтобы переехать в страну по диагонали, это абсолютно немного. Я согласна, что Литва прекрасная страна. А скажите мне, пожалуйста, вот вы какими числами владеете по поводу выезда бизнесов или IT-компаний, может быть, какими-то конкретными? Потому что у каждого белоруса есть знакомый айтишник, которому предложили релокацию, ну, практически у каждого. Ну, вот я могу вам сказать так, из моего опыта вот за последние, наверное, 3 недели ко мне обратилось около 8 компаний с конкретными вопросами, а что и как можно делать, как переносить, как с активами, как с рабочей силой и так далее и тому подобное, как правильно это делать. Это такой момент. Если мы говорим про отдельных специалистов, я счет уже не веду. То есть этот счет уже переводился за что... несколько сот человек, которые связаны... Еще раз повторите число, пожалуйста. То есть, я говорю, если мы говорим уже про специалистов, как про физических лиц, сколько людей обращаются за разными консультациями, здесь, наверное, уже число перевалило за несколько сотен, потому что я даже иногда уже теряюсь, кто и когда передал кому контакт, рекомендации посоветоваться. Это бывают короткие консультации, скажите, пожалуйста, вот, допустим, я работаю там вот сам на себя, либо у меня ИП, либо еще как-то, то есть какие, то есть вот что мне нужно сделать, если я захотел бы, допустим, там переехать в Литву, какие шаги, с чего начинать, что делать и так далее и тому подобное. Такие вопросы поступают часто, но они бывают очень короткими, потому что ты даешь ответ, а объясняешь человеку, с чего нужно начать, и тогда он уходит делать свою домашнюю работу. Я правильно понимаю, что если даже к вам такое количество людей обращаются, то в общем в стране это десятки и, возможно, даже сотни компаний, которые планируют... Предполагаю, что да. Предполагаю, что да. Так как в данном случае, видите, как бы это все равно момент, на сегодняшний момент сложно осязаем, так как все-таки если компания обращается, ведь есть и крупные компании, есть средний, есть мелкий бизнес. А все равно, как бы там ни было, большинство подобных решений, тем более в контексте сегодняшней ситуации, это происходит именно на основе доверительных отношений и рекомендаций, когда их, то есть, контакты человека передают из рук в руки. Поэтому в этом контексте мне кажется, что количество может быть намного, естественно, намного больше. Насколько больше, к сожалению, я сказать не могу. Спасибо, Андрей. У меня питание до Олеся, я до представника Центра Белорусской Солидарности, не могу его не огучить. Який лёс чекає політутікачоў Качоу и про какие мы лічбы говорим на сёння, кто звернувся непосредственно до вас? Могу сказать, что уже несколько сотен человек звернулся до нас, это докладно больше за 300, наближается уже до 400 человек, кто звернулся до нас. Это звернувся, так? Гэта яшчэ раней, я вам скажу, что гэта яшчэ з верасня мы пачалі дзейнічаць, але розныя нашы арганізацыі, якія аб'ядналіся ў Цэнтры Беларускай Салідарнасці, працавалі і дагэтуль, вось, і ў жніўні ўжо таксама мы дапамагалі некаторым нават у ліпені, таму што некаторыя з тых ініцыятыў, напрыклад, той жа Байсол і Байхэлп, ну, Байсол пазней, але Байхэлп дзейнічаў яшчэ і з чэрвеня. Вось, мы дапамагалі беларусам у тым ліку і з выездам, калі ўжо пачаліся такія справы, як
справа Тихановска, якого яшчэ там на самом пачатку прэзідэнцкай кампаніі затрымалі, і там шмат каго зачапіла гэтая справа, і людзі былі вымушаны выехаць. Вось. Але, канешне, шмат хто звяртаецца адразу з такой мэтай, каб атрымаць статус палітуцікача, але, канешне, гэта не ўсіх датычыцца, таму што людзі не разумеюць юрыдычныя асаблівасці розных тэрмінаў, у тым ліку, напрыклад, што большасці тычыцца не статус палітуцікача, а міжнароднай аховы. Вось, таму што людзі яны не палітыкі, але ім пагражае небяспека ў краіне свайго грамадзянства, адкуль яны былі вымушаны з'ехаць, іх там пераследуюць па надуманых крымінальных справах, ці папросту яны баяцца за сваю бяспеку, бяспеку сваёй сям'і, калі на вуліцы проста могуць амапаўцы ці некія незразумелыя людзі іх схапіць, і людзі выязджаюць у Польшу і звяртаюцца да польскіх уладаў, каб атрымаць статус вось менавіта міжнароднай аховы. І на сённяшні дзень каля 130 чалавек звярнулася у польскія структуры для атрымання такого статуса. На сёння таксама існуе некалькі таких асяродкаў, гэта значыць таких лагераў для тых уцекачоў, людзей, якія выязджаюць і звяртаюцца па абарону з боку польскай дзяржавы. Гэта можна зрабіць як на самой мяжы адразу, так і пасля прыезду ў Польшу, у Варшаве і іншых гарадах таксама. Ці карантин яны там жа ў гэтых лагерах адбываюць, ці гэта мусіць быць іншае месца? Карантин запэўніваюць ваеводскія ўлады, гэта значыць, калі чалавек прыязджае там праз Берасця, там праз Тэрэсполь, гэта значыць Люблінскае ваеводства яго накіроўвае на карантин. Калі праз Падляскае ваеводства яно накіроўвае на карантин. Людзі, якія знаходзяцца ў лагеры, не павінны кантактаваць з карантиннымі, ось, таму гэта рознае. І вельмі пажадана, калі чалавек выязджае, каб ён адразу ведаў, дзе ён будзе праходзіць карантин, тады яго даюць магчымасць паехаць туды, куды, напрыклад, дзе ён там зняў, ці яго могуць там некія сябры ці знаёмыя забяспечыць жыллём. Калі няма, то тады ўжо вырашаюцца на ўзроўні памежнікаў і ваяводства, куды чалавека скіраваць на 10-дзённы карантин. А ўжо пасля пачынаецца ўся гэта праца з яго дакументамі на падачу на статус палітычнага ўцекача ці міжнароднай аховы. Тым больш, што мы, нашыя праўнікі, працуюць з гэтымі людзьмі, яны ім тлумачаць усе плюсы і мінусы гэтых статусаў, таму што людзі таксама не ўсе разумеюць, што яны могуць страціць, калі яны пададуць гэтыя дакументы, іх забяруць пашпарт, ім выдадуць некую часовы дакумент, яны не змогуць перамяшчацца па Польшчы, паехаць у іншую краіну, напрыклад, калі нават у іх ёсць віза. Яны адразу не змогуць працаваць, калі нават ёсць працоўная віза. Вось, таму людзі яшчэ шмат хто вагаецца і пасля кансультацыі з юрыстамі выбірае, ці ісці яму па сцежцы атрымання статусу уцекача, ці ўсё ж такі проста наладжваць некае жыццё часовае ці сталае ў Польшы, маючы тыя дакументы, якія ў іх ёсць, якія дазваляюць нармальна існаваць ў краіне, тым больш што статус уцекача не вельмі шмат і дасць ні грошай, ніякага такога фінансавага ці яшчэ якога забеспячэння. Дякую. Незаўважна так прыляцелі нашы 40 хвілінаў. Я вельмі моцна дзякую нашаму госцю з Польшы Алесю Лапко, прадстаўніку Цэнтра беларускай салідарнасці, за тое, што вы робіце. Дзякую вам шчыра і асабіста, і ўвогуле да ўсіх беларусаў. Я благодарю нашага эксперта, нашага госця Андрея Руданова, юрыста з Літвы, што он нашёл время і так точна, чётка, можна сказаць, проконсультировал всю Беларусь сегодня. Спасибо вам большое. Мы сустрэнемся с вами
у новых проектах Human Constant. Спадзяюся, нашим глядачам сегодняшний наш ток был так само корыстный. Ён будет выкладены пасля на сетках Human Constant и запрашаю до прогляду, до сустречи. Дякуй. Дякую вам. Свидание, спасибо большое. Да, дякую великі вам, нашим гостям, и я потом вас усіх тегну и дошлю посылку, пришлю ссылку на наш разговор, чтобы вы увидели, что все хорошо, все записано, и вы были прекрасны. Дякую великі еще раз, усього доброго и до побачення. Дякую, до побачення. До свидания.